Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию поразмышлять над одним стихом из первого послания к Коринфянам апостола Павла, Рава Шауля, Коринфской церкви. 4 глава, 14 стих. «К постыжению вашему пишу это, вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Рав Шауль говорит о том, чтобы люди, верующие в Иешуа Мессию, подражали ему, то есть апостолу, так, как тот, в свою очередь, подражает Иисусу Христу. Как часто в нашей жизни, когда мы приходим к Богу впервые, возрастаем в вере, приходится обращаться к людям, которые уже в вере дольше нас, лучше знают Бога или лучше ориентируются в Библии, и вообще у них религиозный стаж побольше. И мы обращаемся к ним за советами. И это есть хорошо. Но есть один тонкий момент. Когда человек, наставляя кого-то, не имеет отцовского сердца. Апостол Павел пишет, что у вас тысячи наставников, но немного отцов. Чем же наставник отличается от отца? Наставник – это больше учитель, человек, который хорошо разбирается в какой-то отрасли. Мы сталкиваемся с этим каждый день, потому что если нам нужно отремонтировать машину, мы отдаем ее в автосервис, а не едем к стоматологу, и наоборот. Если нам нужно полечить зуб, мы пойдем к стоматологу, но не к сантехнику. Так или иначе, мы всегда ищем специалиста и не пойдем к тому человеку, который занимается совершенно другим. Примерно то же самое происходит и в нашем хождении с Богом. Если нам нужен совет, сердце наше влечет к тому человеку, у которого отеческое сердце. Много наставников, но мало отцов. Именно отец, даже если он не очень хорошо в чем-то разбирается, но он все равно любит своего ребенка. И он в силу своего понимания даст ему добрый совет, хороший совет. Может быть, нам даже приходилось когда-то пострадать от того, что мы получали совет от человека, который сам того не исполняет, что советует другим. Может быть, это и правильные советы, это наставничество, но, возможно, в этом не хватает сердца отца. А именно оно направит ребенка в нужном направлении. Я хотел бы, с одной стороны, предостеречь людей, которые наставляют других, не быть просто сухими учителями, не быть просто теми людьми, которые знают предмет, но при этом безразличны к живым душам, а быть любящими отцами. И пусть ваше наставление других людей, оно будет исходить из любящего отцовского сердца, чтобы нам подражать тем людям, которые сами умеют подражать Иисусу Христу. С другой стороны, хотел бы ободрить тех людей, которые нуждаются в совете, обращаться за советами к своим старшим братьям и сестрам, которые, возможно, прошли подобную ситуацию, и у них действительно есть опыт, как выйти из подобной сложной ситуации. Но так или иначе, в том и в другом случае, прежде всего, нам нужно искать воли Бога в этом конкретном, может быть, сложном положении. Это небольшое короткое слово, которое
сегодня я хотел вам донести, хочу завершить молитвой о том, чтобы нам не ошибиться, но при этом не стоять на месте, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Нам нужно идти, но при этом иметь мудрость от Бога. Отец Небесный, я молю Тебя о том, чтобы каждый из нас имел сердце Отца, чтобы люди, которые к нам обращаются, были родными для нас, чтобы мы были способны принять их как Твоих детей, ибо Ты их создал, Ты их привлек к себе, Ты их назвал своими детьми, чтобы мы обращались к ним как к Твоим детям, чтобы мы подходили к ним как к Твоей драгоценности, чтобы нам, тем, которые служат Тебе, было близко положение сердец тех людей, которые попали в трудную ситуацию. Пусть Твоя мудрость наполняет сердце каждого человека, который кому-то помогает и который ищет помощи. Да благословит вас Господь Бог. Шалом. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.